Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Боссы подземелий. Ну, что у нас тут бесплатненькое? О, кобаль, отлично. Все на этом. Так, ну сегодня я, ребята, планирую сходить по подземелью. Наверное, зайдем с вами в башенку. Ну и, может быть, поиграем немножко в основную сюжетную линию. Так, здесь забираем все, что у нас накопилось. Защиту выставим. И давайте-ка отправимся в рейд. Что у нас тут за компаньоны такие, а? Ну, в принципе, этих мы должны разобрать. Причем даже не напрягаясь, я думаю. Поехали, как говорится. Хотя недооценивать врага тоже никак нельзя. Потому что было у меня таких пару моментов, что я думал, что они легкие, а разобрались полтычка. Не знаю, от чего здесь все это зависит. Но сейчас мы все это дело посмотрим. Ну, я уже сразу вижу, что... Ого, ого. Ну-ка, давай-ка звезданем. Нормуль. Так, остался голем и жнец. Так, горгулька хорошо с танками справляется, вот подбрасывая их. Ага, теперь мы косой. Давайте, Думблейд. Ну и... Ага, ты смотри, что делаем. Все, голем помер. Ну и осталось добить только жнеца. О, крепкий малый. Ого, какой крепенький. Скорее всего, у меня здесь мой жнец упадет. Да. Также он, наверное, и горгулю добьет. Слушайте, вся надежда у меня на моего токсика и некроманта. Ну. Ё-моё. Или же мы сейчас проиграем здесь. Хотя не должны, ребята, не должны. Так, давай. Ох ты, ё-моё. Ха-ха, некромант один остался. Ё, против жнеца. Жнец, не забываем, себя подхиливает. Я не могу. Ну, кто кого передамажит. Так, мы также не забываем, ребята, что у меня все, победили. Что у меня, даже если бы он убил некроманта, тот бы превратился в скелетика. То есть у меня был бы еще шансик. Ну, а так мы побеждаем. Поехали с вами дальше. Так, я чемпион 2. Мне нужно дойти до первого чемпиона. Ну, вот этот чувачок мне не очень нравится. Это, ребятушки, такой хмырь, который павших воинов обращает в скелеты. Ну, надеемся, что у нас все здесь получится. Так, поехали. Ага, ну как всегда, он ходит первым, я не знаю почему. Во многих играх наоборот, кто нападает, тот и ходит первым. А здесь как-то все не так. Ну, рискнем. И все равно выжил, гад, а? Блин, Думблейд делает мне. Так, теперь мы тоже сделаем. Так, ребят, вот о чем я вам и говорю. Смотрите, видите? Павшие воины превратились в скелетиков. И это очень меня сильно напрягает. Ага, наконец он упал. Ну, я думаю, что с этими скелетами мы расправимся сейчас быстренько. Так. Да что такое-то? Блин, у него тут и подхил. Ага, ну добьем этого. Фиг там, у ворот. Слушайте, мне такое ощущение, что это, знаете, от кого? Хотел сказать от Shadow Blade, но нифига. Ничего подобного, потому что он был с луком. Эть, горгуля, держись, моя родная. Оу, отдуплилась. Но главное, что победа за нами. Так, забрали сундучок у него. Ну и будем двигаться дальше. Тут совсем немножко осталось, ребят. И мы получим с вами чемпион 1. Так, поехали. Тут, тут ничего сложного нету, ребят. Абсолютно, я вам сразу говорю. К тому же у меня этот хмырь есть, но я им, правда, не играл. Вот он. Первого уровня. По-моему, он давался нам за ивент, если я не ошибаюсь. Который до сих пор, кстати, идет. Но с ключиками там, конечно, большая проблема. Да-да-да-да-да. Конечно. О, он у него не развит, ребят. Всего лишь один удар сделал. Хотя там, скорее всего, рандомно. Он может и один удар сделать, и 5 ударов за раз. Пора тебе полетать, чувачок. Готов. Что там делает? Ага, отхиливается. Ну что ж, Думблейд. Давайте вперед. Шикарно. И остался вот этот вот амбал у нас. Сейчас мы его должны вздрючить. Для начала отравим. Фенол. Шикарно все вышло. Да, ребят, видите, опа, 5 раз ударил. Ну давайте туда. Вот так вот. Да выделывался, да выеживался, так скажем. Так, сколько у меня попыток еще осталось? Давайте-ка посмотрим.
Так, бой. Ага, 5. Ну, я думаю, что этого нам с лихвой хватит, чтобы перейти на чемпион 1. Если, конечно, не найдем какого-нибудь такого противника, который мне наваляет люлей, и я буду плакать в подушечку. Будем надеяться, такого не случится. Погнали. Ага, погнали. Да нифига ты! Мои горгульки пол хп даже больше снес. Ну-ка, давайте в ответочку. Ага. Так, пора летать. Давайте, наверное, давайте горгулю. Потому что можно было голема, конечно, но... Ах ты, выжила! Блин, ну-ка, Думблейд, применяем. Горгуля должна упасть. Да, так оно и происходит. О, и лучница рухнула. Хорошо, Токсик, давай, трави их. Ну, на голема, правда, это не распространяется, потому что у него иммунитет к ядам. Так как это не живое существо. Блин, у меня остались только рукопашки. Ну, сила некроманта, надеюсь, нам поможет. Не айс. Блин, вот все равно вот горгульку положат. Хоть как ни крути, она все равно падает, а. Ух, ребятушки, еще, скорее всего, один бой нам нужно сделать. И мы будем с вами чемпионами номер один. Ну, не в игре, а вообще по титулу. По рангу, наверное, даже так скажем. Ух, Deadlock 333. Ладно, хорошо, Deadlock, давай посмотрим. Кто ты и что ты, и с чем тебе едят. Ну, навскидку скажу, что командочка у него не айс. Блумка не поможет здесь, поверьте мне. Сейчас будем бомбить массово. Ах ты, смотри, что делает, а? Слушайте, крепкий малый. Давайте, наверное, голема мы бросанем разочек. Вау, сразу разбился. Это хорошо. Так, мы тоже обменяемся Думблейдом. Так, Токсик, давай трави. Упадет кто-нибудь? Нет. Ага, Блумка упала, отлично. Все, ребята, партия наша. Прошли, как говорится, мы эту каточку с вами. Да-да-да-да, ничего тут уже ему не поможет. Все, зергут. Забираем сундучок. Блин, у нас уже почти 2000 билетов. Ну, есть. Вот оно, ребят, вот к чему я шел. Чемпион один. Ну, давайте, наверное, это дело закрепим. Не понял, а почему только... А, все нормально, все пучком. Слушайте, ну... Я думаю, должны потянуть. Хотя на чемпионе один уже, наверное, будут более мощные противники даваться. Сейчас мы это посмотрим. Да, жнец прокачан нехило. Сразу видно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, что творится? У меня фенол упал. Ох ты, горгуля лежит. Ёлки ты, палки, а я даже никого... Да ладно вам, да? Ёпарасете, вот это поиграл. Ребят, сколько бой длился? Секунд 15? Первый мой быстрый такой вот проигрыш за всю сезонную лигу эту, блин. Офигеть, я вам скажу. Обалдеть просто, блин, мне слов нету. Язык проглотил. Ладно, ребят, будем надеяться, что здесь нам фартанет. Блин, может быть, я зря зашел в чемпион 1. А там дальше будет легенда. Ранг легенды, я не знаю, что там вообще будет твориться. Куда ты? Что-то вообще не нанес никакого урона. Так. Любитель боулинга. Давайте его подбросим разочек. Пусть знает свое место. Да, сейчас, ну-ка, выживи. Выжила горгулька, молодец. Да заколебал ты уже, а. Так, давайте массухой. Осталось совсем немножко. Вот этот боулинг сдох. Сдох, отлично. Меня смущает здесь только, знаете кто? Жнец его прокачанный. Блин, я не знаю, какого он там ранга. Да посмотрите, что происходит. Оу, ноу. Фенол, куда ж ты, родной, покинул меня? Блин. Да ладно, вы посмотрите, какой у него жесткий идет отхил. Вы видели? Смотрите. Он восстанавливает просто себе хп. О чем тут вообще можно говорить? Жесть. Вот так вот, ребята. Один жнец прокачанный просто уложил практически всю мою армию. Обалдеть. Ох, ну и что? У нас еще одна попытка есть. Ну, давайте глянем. Ну, здесь-то, надеюсь. Блин, химера. Химера, блин. Во всяком случае, насколько я помню, она жарит огнем и очень жесткая. Я обычно всегда проигрываю, где химера есть. Но если она, конечно, у него прокачана. Если нет,
то нам может повезти. Так, хороший оборотень. Точнее, это как его? Ну да, оборотень. О, есть шанс, ребята, есть шанс на победу. Ать, выжила? Блин, выжила. Это еще подхиливает Блумка здесь. Так, 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 тихо, жжет. О, ребята, Ахимирушка-то не прокачанная у него. Тогда все, тогда мы затащим эту каточку. Давай травить. И Блумка здесь сейчас упадет у нас. Стоп пудов, я вам говорю. Нет, ты смотри-ка, еще подхиливает себе здесь. На, получи. Все, да, ребята. Хотел, как говорится, укрепить себе позиции, но не получилось. Ладно, все попытки мы с вами истратили. Давайте возвращаться в город. И можно сходить, в принципе, на сюжетную линию. Я там уже далеко продвинулся. О, заберем вначале реварды. Так, у нас здесь календарь. Видите, ребята, ключей-то у меня нету. Не могу я ничего открыть, к сожалению. А тут еще очень много будет открываться таких вот дверей, для которых нужны специальные ключики. Да, именно вот эти вот золотые. Ну, серебряные или бронзовые. Короче, у меня никаких нету. Вот было 3 ключа, я потратил. Но это, видимо, дали в подарок. Ух, так, забираем это все барахло. Так, давайте вот эти вот карточки ивентовые. Хочу руну себе, но там нужно открыть 9 дверей, я так понимаю, чтобы ее получить. Так, у нас тут зверобой. Рэй, как дела? Ну, как дела? Зверобой, нормально. Дела идут потихоньку. Ответил я ему, и он меня прекрасно понял. Нет, давайте лучше сделаем по чесноку. Напишем ему. Привет, Рэй, как дела? Дела у меня нормально идут. Так, подожди, не по-русски надо же, тут же. Вот так вот. Норма. Я надеюсь, он меня поймет. Все, отправляем. И продолжаем, ребятушки, с вами играть. Так. Ну что? У нас, кстати, с вами еще одна дополнительная попытка в подземелье появилась. Обилочки надо прокачать. Обязательно. Так, а у меня денег-то? Денег нормуль. Лямзик есть. Так, у меня что там по рунам? Интересно мне знать. А ну-ка давайте глянем. Руны еще многие не прокачаны. Давайте вот эту вот, наверное, с вами улучшим. Эй-эй-эй, что? Уже лямпа... Да. Я ее даже еще не прокачал, а лям уже потратил. Ё-моё. Давайте хоть эту маленькую еще прокачаем. Все. Деньги кончились вообще под завязку. Ладно. 3 звезды. А сколько нужно? Так, у меня всего 4 карточки из 100. Так, смотрите, здесь можно добыть еще ниже. Так, ну мы не будем проходить. Возьмем по-быренькому. За ключик, как говорится, пробежимся. Больно охота мне его прокачать. Так, 5 из 100. Ну, я думаю, что надо зайти еще в одну комнатку. Где она? Ага, вот здесь вот. Пещера Лича. Ну да, были мы здесь с вами. Давайте также Quick Loot сделаем по-быренькому. И получим еще одну карточку. Должно быть так, по идее. Получили? Или нет? Нет, по-моему, не получили, нифига. Все. 6 из 100. Ё-моё, еще 94 карточки надо. Обалдеть просто, блин. Давайте еще на дорожку. Ключей у меня пока достаточно. 311 штук. Этого мне с головой. Так, ну, если каждый день по 2 карточки выбивать, то где-то месяца 3 и жнец у меня будет прокачан. А где у меня некромант? А некроманта только за хоноры можно призывать. Печалька, ребята. Получается, что некроманта, в принципе, очень тяжело будет прокачать нам. Заберем реварды, все, которые здесь у нас накопились. Так, дейли. Да, с деньгами тоже напряженка. Ё-моё, лям просто спустил на руны. Офигеть можно, причем так быстро. Ну что, давайте посмотрим с вами компашку. Я, по-моему, перемещаюсь сейчас на другую карту. Да, так оно и есть. И это у нас какая? 16-я часть.
Давайте вот здесь вот мы с вами по-быренькому пройдем. Посмотрим, какого уровня здесь у нас уже будут чувачки. Я 35-го, как вы видите. Основной состав вот этот, которым я играю. Ну, плюс-минус там два игрока можно заменить. Ух ты, смотрите-ка, финольчики здесь. Всегда, ребята, прохожу практически на автобое. Автобой здесь нормуль. На боссе включаю уже бой со скиллами, с обилками. Ну, этих мы должны порвать в любом случае. Чего они тут? Хотя, смотрите, они 39 уровня. Но не забывайте, что это обычные мобы. У них стопудово нету ни каких-то там усилений, ни рун, ничего. Если меня поставить так же без рун, без всякой фигни, я тоже бы здесь, наверное, падал бы легко и просто. Ух ты, сколько вас здесь, а, ребята? Все равно тратить мы здесь не будем свои спецудары. Все у нас пойдет на босса. Так, готовы. И последний финольчик. Упал. Ну, блин. Еще придется немножко побегать, прежде чем мы попадем к боссу. Ну, а босс, мне кажется, здесь будет именно вот этот хмыреныш. Да-да, большой финол какой-нибудь, нет? Ну-ка. Да, смотрите, вот он. С косточкой в голове. Полетай маленько. Опа, готов. Домблейд. Ну это, ребята, он сам играет на автобой. Я включил просто с использованием скиллов. И он уже в первую очередь употребляет именно их. А дальше уже идет рукопашка. Ну я думаю, что все. Здесь, ребята, очевидно. Да, вот он упал. И победа за нами. Выпадает нам гоблин-мечник. С париком на голове. Опачки. Зурк его звать. Величать, так скажем. Так, я еще, ребят, хотел в башню сегодня сходить. Эй, что за дела? Почему? Ага, все, нормуль. Так, первая комната. Блин, уже не нравится, потому что здесь химера, а? Ну, деваться некуда, давайте рисковать. Набираем своих ребят. Так. Блин, давайте возьмем все-таки горгулю и жнеца. Я хотел просто взять леди Намриэль. Но думаю, что потом, если кого-нибудь здесь завалят, мы поменяем. Точнее, менять там уже некого будет, просто возьмем. Так, ага. Давайте массухой для начала проверим. Ой-о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 й, что делает, а? Так, пора ей полетать, химере. Ну, есть. Да не психуй ты, ё-моё, а. Блин, сейчас вот... Нет, выжил. Я думал, сейчас горгульку мне запинают, но нет. Все у нас пока хорошо. Так, подожди, скелетик же еще, да. Я уже обрадовался. Как же я забыл-то про него. Ну, он здесь упадет. Все, шикарно. Что нам достанется? Ага, фиолетовое яйцо. Ну что же, первый этаж этой башни мы прошли вроде бы хорошо. Единственное, что у нас нету с вами отхила, да? И все мои бойцы будут покоцанные. Причем, особенно горгуля. У нее пол хп уже нету. Ладно, будем надеяться, что второй этаж хотя бы она простоит. Враги-то вроде бы здесь не айс. Ага. Да успокойся ты, ниндзя. Что? Что он такое сделал? Не знаю. Оу. Так, горгуля, бедная моя. Ай, упала, ребят. Вот у лучницы, вот у леди Намриэль. Вот этот вот удар очень опасен. Когда она притягивает и с апперкота отбрасывает врага. То есть убивает практически на 100%. Все, готово. Ворот. Так, ну что, сейчас мы эту лучницу, да, заколбасили. И уже рыцарь, как говорится, у нас будет здесь следующей жертвой. Хе, упал. Ну что же, второй этаж мы с вами прошли, потеряв только одну горгулю. Придется мне леди Намриэль брать в состав. Ё-моё, не нравится мне вот этот чувак. Блин, 33 уровень. Ладно, берем леди. Ух, как говорится, была не была. Попробуем. Если нам удастся завалить в первую очередь этого мертвеца, или как там его увеличать, я фиг знает, то у нас еще будет шанс. Так, давайте попробуем. Да отвянь ты, а!
Горгулья несчастная, лезет она. Так. О, вроде бы есть немного. Ох ты, Фенол, как тебя колбаснули-то. Ай-яй-яй. Все, упал. Нормулька, ребят, все хорошо. Есть шанс, причем довольно неплохой у нас. Давайте какого-нибудь подтянем к себе. Иди сюда. Нокаут. Да, готов. Так, ну ладно, скелетик восстанет. Тут, понятное дело, сейчас мы его разберем. Но все равно, ребята, очень плохо. Особенно то, что у меня Фенол практически при смерти. У него очень мало здоровья. А в компании у меня нету хилера ни одного. Так, четвертый этаж. Ё-моё, вы посмотрите, что тут на четвертом этаже, а? Этот зомби плюс жнец. Очень будет тяжко, я думаю, очень. Ну, давайте смотреть. Ай, фантом пошел. Убьет, наверное, сейчас, да? Нет, смотрите, как повезло. Хотя, ха, относительно это повезло. О, куда леди смыла? Куда она смыла? Да ладно, что за фигня-то происходит? С какого перепуга леди-то убежала у меня, а? Ёлки-палки. Жнец, ой, жнец. Ну да, жнец у него прокачанный. Причем довольно хорошо. О, зато некромант был вялый. Так, давайте скелетика. Да что ты, блин. На. О, фантом упал. Так, ладно, ребята, возможно, возможно, конечно, мы сейчас завалим этого жнеца вражеского. А дальше что делать, ума не приложу. Мы же не сможем с вами играть двумя бойцами. А брать-то мне больше и некого. Ух ты, кто у нас там? В принципе, тут на пятом этаже лопухи какие-то. Так, ну что, возьмем тогда кого? Shadow Blade, наверное, придется взять. Мне так кажется, у него 4 звезды. Остальные у меня не прокачанные. Ёлки-палки. Shadow Blade и лучницу, может быть, так сделать. Хм. У нее 3 звезды, по крайней мере. И у нее руны есть, и прокачанные. Давайте так, рискнем тогда, фиг с ним. Ну, знаю точно, что дальше мы не пройдем. Даже если вот этих вот ребят мы сейчас завалим с горем пополам, если получится, то дальше нам вообще нечего делать, потому что там, сами видели, 5-звездочный. Причем, опять же, там жнец, опять же, этот трупак. Давайте. Там, скорее всего, не трупак, а лич, может быть, как-то так его звать. Давайте-ка Масуху звезданем. Опа. Все, шикандос у нас, ребята. Осталось лишь жнеца покоцать, и он, да, падает. Почему-то мы прошли здесь вообще легко. А вот насчет следующего этажа я сомневаюсь. Причем очень и очень сильно. Сейчас, ребята, сами увидите, почему. Вот, смотрите. Ядрёно, боже, 5-звездочный. Ух ты. Почему выше идут намного легче бойцы, чем сейчас у меня стоят, а? Где справедливость, я не понимаю. Ай, ладно, делать нечего. Будем, как говорится, идти на свой страх и риск. Но я больше уверен, что здесь, конечно, мы и поляжем. У меня бойцы не прокачанные здесь. Сейчас будут просто падать. Но зато, по крайней мере, глянем, что к чему и почему. Ай, бешеный кролик этот. Ох ты, понадкусывал каждого. На, получи, гаденыш. Сейчас стопудово кого-нибудь убьет, ага. И это у меня, да, лучница оказалась. Ох, ё-хо-хо. Ну, давайте попробуем так сделать. Опа. Так, выжил, выжил пока. Ну, он себе восстанавливает хп. Вы посмотрите, просто, блин, ну как вот с ним бороться-то можно, блин? Я ума не приложу. Ну. Оп. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Дожимай. Дожимай, конечно, дожимай. Дожали, ёлку. Не, ребят, тут шансов вообще нет. Ты посмотри, просто запинали, как сосунка. Но я старался, я пытался, и ничего у меня не вышло. Остается только лишь забрать свой ревард. Кубки эти, 1610 у меня их. И 121 тысячу золотых мы забрали. Да, забираем реварды.
Мне бы, конечно, очень сильно хотелось бы получить ключи. Вот, видите, ребята, бронзовые ключи. Вот, сейчас я вам покажу, где они тут. Ага. Так, здесь вроде бы нету. Вот, за ивенты. Что нужно сделать, не пойму. Коллекция, тут выполнить за второй, за третий ивент квест. В общем, дают, но только бронзовые, золотых кукиш. Ну, а на этом, пожалуй, я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, мы увидимся с вами в следующей серии и продолжим играть в боссы подземелий. А на этом все. Всем пока и удачи вам. До скорых встреч, ребята.